На корпусе Тверского госуниверситета будет открыта мемориальная доска краеведу, доктору культурологии, кандидату исторических наук, профессору Вячеславу Михайловичу Воробьеву. Такое решение было принято на заседании бюджетной комиссии правительства Верхневолжья, которое провел губернатор Игорь Руденя. Мемориальная доска ученому, который ушел из жизни в ноябре 2022 года, будет открыта в корпусе Б Тверского госуниверситета, который расположен в Студенческом переулке. За более чем 40 лет научной и педагогической деятельности Вячеслав Воробьев опубликовал около 180 работ по культурологии, археологии, истории, экологии, топонимике, а также свыше 600 публикаций в периодике. Он автор-составитель Тверского топонимического словаря, один из создателей первого в стране регионального учебника «История Тверского края». Одним из последних и самых крупных проектов Вячеслава Михайловича стала разработка регионального контента парка «Россия. Моя история».